каждый год традиционно на Славянском базаре открываются новые звезды. И в этом году это несравненный Филипп Киркоров. Не просто звезда, а настоящее светило нашей эстрады. Этот бастион. Я знаю, что о такой звезде мечтают, конечно, очень многие артисты. И я даже, наверное, себе в чем-то... Да что же гордиться так, а? Да я журналистом, я не люблю. Люди, вы как раз... Ваш шум аплодисментов для меня всю жизнь играется главным шумом, от которого я отказаться не могу и не хочу. Если чего-то очень хотеть, это обязательно сбудется. И я счастлив оказаться в ряду замечательных артистов, у которых здесь звезда. И вот для меня звезда этого года, наверное, очень дорогая. И очень много значит. Поэтому спасибо вам большое, спасибо... Благодарю государству, спасибо вам, спасибо всем тем, кто, видите, все говорят, дождик, а вот солнце приехало, и солнце. Я думаю, что до вечера протянем. Сегодня в ночь я улечу. Он улетел, но обязательно вернется. Ну не со звездой, а вот за этим потрясающим шумом аплодисментов. Ваши востребованности. И чтобы эти театральные маски надевались только в карнавал, поэтому я ее снял, понтанулся и улетел.